Я думаю, это той Бонни. Той Бонни. Точно? Да. Да. Привет, дорогие друзья, с вами Димас, Angry Panda, Серега, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Я сделал очень много экспонатов, где торчат руки и ноги, а Серега будет угадывать. Ну что, Серега, давай. Если не угадываешь, аниматроник тебя мочит. Понял. Это Фредди обычный. А, это Бонни. Мочи его. Ну как и тебе, классно сегодня у нас выйдет рубрика. Да. Серега будет сегодня сливаться. Все хотели, чтобы Серега часто умирал. Вот и будет у нас отместочка. Ну что, давай дальше. Давай. Это. Эй. Только у одной крячи такие лапы. Это Чик. Интересная нога. Это Фокси. Угадал. Угадал. Молодец. Молодец. Так, не мочи его, не мочи. Сегодня он старается. Так. Вот это уже интересно. Специально ребята поприкрашивал, как вы и просили в комментариях, чтобы Серегу максимально сильно запутать. Если вам понравится эта серия, вы поставите лайк, подпишитесь на канал, потому что мы стараемся ролики выпускать каждый день и веселые, которые поднимают людям настроение. Ну что, кто это? Воняет, нога да? Как-то воняет. Блин, да, да, я да. Боюсь, это вот только два варианта у меня сейчас на уме. Что именно сейчас я не могу понять это. Это. Ну, давай, пусть это обычный Фредди. Молодец. Угадал. Ладно. Это, кстати, самый легкий сейчас идут. Дальше будет сложнее. Это той Фредди, мне кажется. Хотя я не уверен на все стопы. Стой. Давай, остаточный вариант. Зеленый цвет. Ну ты его по-любому перекрасил. Я же вижу твои улыбки. Аниматроники все перекрашены, каждый изменен по цвету специально, чтобы ты не мог угадывать. Зеленый цвет. Ну это по-любому ты перекрасил, я сразу понял. Ну, скорее всего, это той Фредди. Милодец. Дальше. Красавчик. Так. Блин. А уже красная пошла на губ. Теперь вообще непонятно, от какого-то аниматроника. Эй! Эй, не видно. Я думал. Я не вижу ничего. Просто анимация лица, как будто ты прям подглядываешь туда. Если я на корточки сяду, то увижу, но так нет. Ну. Кто же это может быть? Красная лапа. Может. Бонни? Нет. Это, скорее всего, той Чика, Дима. Точно? Да, той Чика. Молодец. Давай дальше. Ля, какая лапа. Ля, крыса тут сидит какая-то. Вот сейчас, Angry Panda, готовься. Сейчас он будет погибать. Эй, не наступай на голову им там. Ой. Осторожно, новые аниматроники. Так. Серега думает. Я со всех сторон так смотрю, думаю. С какого это же перепугу аниматроник? Что это за покемон? Ну? Я думаю... Спрингтрап. Молодец, давай дальше. Заметь, я уже больше отгадал, чем ты на том видео. Так, там нема тех рэгдолов, которые в тот раз ты мне прятал. Они почему-то исчезли. Короче, некоторые ребята работают в мастерской, они то появляются, то исчезают. Почему, я не знаю. Так, интересно. Кто же это? Может быть, Nightmare Freddy? Думай. Либо Nightmare Freddy... Либо аниматроник. Nightmare Bonnie. Ну-ка. Я думаю, это Nightmare Freddy. Мочи его, наконец-то, не угадал. У них руки очень похожи. Вот сейчас Серега не угадает, потому что здесь вроде бы просто, но при этом это не тот, который он подумает. Давай. Лоудинг у нас. Что-то страшный у нас Фокси сегодня. Прям ходит за Сережкой, хочет его замочить. Думай. Я думаю, это Голден Фредди.
Чива. Ля-ля-ля. А они разные же. Нет, это та же Чика, что и... Или погоди. Ну да. А может... Короче, ну с разных этих частей пилпака они были. Какая разница, ты не угадал. В этом был смысл, да, что вот ты не угадал. Так, вот тут ты тоже не угадаешь. Сейчас уже пошли очень сложные аниматроники, которые Серега, скорее всего, угадывать не будет. Ну-ну-ну-ну-ну. Кто это, кто это? Лап. Так, а лапы... Я, ну-ка, смерю с лапами. Давай, давай, давай. Испоганься. Так. Я думаю, это... Той Бонни. Той Бонни. Точно? Да. Да! Я, Серега, здесь очень сильно напутал так, что даже будет повторяться некоторые. Да ты знаешь, кто? Ну, конечно, я же специально так все сделал. Мне нравится то, что ты ее угадываешь. Так, аниматроник, пробежись кружок, размени себе суставы. Опа-па, и побежал. У нас сегодня аниматроник-робот, который управляется голосом. Блин. Ну, это будет сложно. Вот этот раз будет очень сложно. Ага. Это Nightmare Bonnie. Точно? Нет, не точно. Многоточно. Nightmare Bonnie. Не получилось, Димка. Ладно, 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 мелодец. А вот тут ты угадаешь по кисти? Вот ты, блин, его в голубой перекрасил. Конечно, не поймешь, кто это из аниматроников, блин. Давай, не угадывай. Я думаю, это жопа с ручкой. Нет, это не жопа с ручкой. Такого нет аниматроника. Это аниматроник Nightmare Foxy. Точно? Многоточно. Опять? Мочи давай. На тебе по башке. Я еще так можно... На, не успел. Ладно, аж мыль пошла. А вот сейчас ты опять не угадаешь. Потому что красный. Кто же это может быть? Ну-ну-ну-ну-ну. Классно получается. Этот ролик наконец-то настал, когда мы с Серегой будем отрываться, как хотим. Аниматроник ждет. Аниматроник-убийца, он такой. Только скажи, кого замочить, он мочит. Красная рука. Ну это точно не Фокси, ты его перекрасил. Это Nightmare Freddy. Точно? Точно, точно, да. Молодец, молодец, хорошо. Так, тут рука, он живая, как Терминатор. Эй, привет. У тебя шевелится она тоже? Да, шевелится. Ну... Она махает, привет, ты сейчас проиграешь. Блин, ну с какого это пивпака? Уже я не знаю, с какого. Но это будет сложно. Я думал, ты это все-таки не угадаешь на Nightmare Foxy, но ты все-таки угадал. Это Nightmare Freddy вообще. Ой, да. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Рукой шевелит. Ну а кто это? Кстати, цвет оригинальный, не перекрашивал. А, поломанный Spring Bonnie? Точно? Я не знаю, ну, наверное. Давай. Я пошутил, что нет. Я перекрашивал. Я так и знал, что ты перекрасил. Главное правило в таких рубриках, никогда не верь мне. Так, тут тоже не перекрашено. Это Old Chica по-любому. Вот по ноге сразу полю. Это Old Chica. Точно? Сломанная старая Chica, да. FNAF 2. Мочи его. Стопа, как? Мочи его, на тебе. Короче, сделал специально два одинаковых аниматроника. Тут высадил ногу, а там руку. И Серега, я уверен был, что назовет их по-разному. Так, вот здесь какой-то прикольчик есть, который тяжело будет тебе угадать. А тут даже так. Я угадал. Тихо, не угадывай. Ты же своих братьев и сестры знаешь. Конечно. Так, Сережка, ну кто же это? Может быть. Сейчас. Давай. Так, тут не видно. Кишки из рук торчат. Может быть, старая поломанная Чика с FNAF 2. Точно? Точно. Молодец. Так, это кто она такая? Ну-ну-ну-ну-ну. Угу. Ну? Я думаю.
У кого такая нога, может быть? У двух чилипиздриков. У кого? Ну, либо у эндоскелета. Так. Либо у старого Фокси. Так. Я думаю, это эндоскелет. Молодец, молодец. Так, вот здесь уже пришли с прикольчиком. Так. Угу. Так, кто же это может быть? Так, сравнивают ноги. Так, здесь такая нога, здесь такая нога. Ребята, вы тоже угадываете тайм-код? Пишите, я аниматроников. И кто угадает, попадет в ролик. Я думаю, это Фреддик из какой-то части. Просто, нет, так не пойдет, надо что-то добавлять-то. Оновый Фредди, может. Какой? Оновый. Оновый? Оновый. Ага, это. Мочи его! На тебе! Лежи вместе с ним, отдыхай. Прикольно, да, обманул? Классно, когда можно цвет поменять. Погоди, это твой пони разве? Да. Ага. Давай дальше проигрывай. Я знал, что тут будет очень сложно тебе угадать. Ну что, кто это? Кто это? Так, красные ноги. Похоже, кстати, на его ноги. Обрати внимание, может быть подвох. Чтоб ты знал, ты знаешь, что я могу с подвохом сделать. Ты говно опять, наверное, двух. Не, не буду ничего говорить, зря это сказал, но да ладно. Ноги одинаковые, сразу говорю. Иди. Блин, реально одинаковые. Одинаковые. Полностью. Может быть, ну, такое может быть, да. Я не подводник, но ноги у них очень похожи. Цвет может искажать же размер, ты знаешь? Да. Когда чем темнее цвет, тем меньше кажется. Когда светлый цвет, то больше. Ну-ка. Кто это? Пони. Мочи его! Отлично, аниматроник сегодня у нас справляется со своим заданием. Twisted Foxy рулит. Так, ну здесь, я думаю, тебе будет очень просто угадать. Это прям такое лайтовенькое. Спринт-трап? Спринт-трап. Точно? Хорошо подумал? Да. Ну тут легко. Так, это кто у нас? Это горящая головашка. Кто же у нас тут сгоревший? Сережка, давай, ты сейчас проиграешь. В этот раз ты точно проиграешь. Ну-ка. Это. Сейчас, ребята, он попадется. Сейчас он попадется. Может быть, это. Ага. Жопа интересная, сгоревшая. Ну. Это Брунт Фредди. Сгоревший Фредди. Молодец, молодец. Давай дальше. Ноги торчат, а вот ну? Кто? Брунт Фокси? Молодец! Молодец! Я угадал, ты шо меня... Это, надо перепрограммировать, у него Серега винда подслетела, это сбой небольшой. Да ладно, нормально, оно же весело получается. Я помогу ему перепрограммировать его. В конце ролика поможешь ему перепрограммироваться. Есть один вариант у Сереги. Так. Большие ноги. Это кто может быть? Не знаю, у кого такие ноги здоровые. Ну, много кого такие. Ну ноги да, здоровые. Я знаю, они, кстати, одинаковые. Там половина аниматроников, они такие одинаковые все. Возле окна видно голову, не подходи до окна. Я не видел. Не видь, нельзя. Вот так и смотри отсюда. Блин. Сейчас. Не подходи до ящика, ты спалишь. Нет, я не буду. Нельзя, это ничего. Если он увидит, мочи его, если он нарушит правила, аниматроник, мочи его. Да я ничего не видел. Смотри мне, смотри, аниматронику все равно. Видел или нет, у него он крючок. Насадит тебя в голову. Короче говоря, у меня есть только два варианта. Да. Ноги грязные, посмотри, какие. Да, вонючие. Да. Это по-любому с FNAF 3. Так. Это, может быть, Shadow Freddy. Не знаю. У меня больше вариантов просто нет. Какой последний вариант?
Shadow Freddy. Угадал. Молодец. А вот тут уже будет сложно. Вот этот аниматроник, ну реально будет очень сложно угадать. Блин, реально сложный. Такие аниматроников есть, да, и Спрингтрапа, и у Фокси, и еще там у некоторых есть. Давай, это давай. Это Спрингтрап. Точно? Точно. Да. Ладно, ладно, давай вот эти. Ну, блин, хотел запутать, но не получается иногда. Не получается, да? Кто это у нас в хате? Той Бонни. Мочи его. На тебе. Классно, класс. Так, ну все, аниматроник, готовься сейчас, потому что все равно тебе придется его замочить. Он сейчас не угадает. Ну-ка. Погоди, это кто был? Ага. О, у них ноги одинаковые, реально. Блин, надо было мне таких аниматроников поближе ставить. Ноги одинаковые, вот блин. Ну что, ребята, в следующей серии мы будем развиваться, все лучше и лучше делать. Я теперь понял, как можно запутать. Взять аниматроников, найти всех одинаковыми ногами и тупо их запилить вот так. И это вообще нереально угадать будет. Ну-ну-ну-ну-ну. Это... Ноги у них очень похожи, но это... Да, они отличаются это, чем-то. Это, чуть-чуть. Это Визард Кэнди. Так. А это, скорее всего, Визард Синди. Такая же самая, мочи его! Я двух одинаковых поставил. Давай, давай, давай! Догоняй его, мочи! Побежал, есть! Да. Отлично! Ребята, напишите в конце в комментариях, сколько он угадал, а сколько не угадал. Я думаю, что половину угадал, половину не угадал, да? Где-то так. Если понравилась эта рубрика и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте и посмотрите мои ролики еще.